уже работает на синхронный перевод, но, видимо, не все еще подключились, и поэтому очень кратко скажу, что мы очень рады приветствовать всех вас, членов престижного учебного, высшего учебного заведения. Мы, это наш ректор Константин Михайлович Иванов, это я, декан этого факультета, и Фруда Мелинди, директор центра исследований границ Северной со стороны Норвегии. Нам очень приятно организовывать конференцию, и сейчас после приветствия слова ректора мы попросим всех тех, кто выступает в первой части, занять места за столом. Мы надеемся очень, что конференция наша будет продуктивной, успешной, и мы сможем обменяться мнениями относительно очень многих вопросов, насущных для обеих стран. Спасибо. Итак, слово нашему ректору Константину Михайловичу Иванову. Он будет говорить по-русски, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь синхронным переводом все те, кому это надо. Спасибо.